В Люберцах прошел первый региональный карьерный форум «Твой старт». Он собрал на одной площадке старшеклассников, студентов, представителей высших учебных заведений, а также работодателей. Участников мероприятия ждали панельные дискуссии, презентации и консультации экспертов по вопросам открытия и развития бизнеса. Тему продолжит Луиза Егиазарян. Большой зал Дворца спорта «Триумф» на время превратился в своеобразную биржу труда. Но кроме вакансий, на ярмарке представлены и учебные места. Предложения для абитуриентов подготовили десятки ведущих вузов Москвы и Подмосковья. Мы готовы предложить абитуриентам направление подготовки бакалавриата, магистратуры, а также аспирантуры. В основном здесь школьники, конечно, и мы приглашаем всех в бакалавриат на направление подготовки физическая культура, адаптивная физическая культура, спорт, менеджмент и психология. Педагогическое образование. А вот у Федерального исследовательского центра картофеля имени Лорха есть предложение и по обучению, и по трудоустройству. Предприятие ищет научных сотрудников, инженеров-конструкторов, заведующих лабораториями, агрохимиков и генетиков. И у нас со своей стороны достаточно есть очень такая сильная линейка по подготовке и тех же самых учащихся старшей школы. И мы в этом плане работаем со школами как раз нашего городского округа. И ребята занимают очень хорошие, достойные, собственно, места на всероссийских и региональных олимпиадах и конкурсах научных. Ну а в последующем, безусловно, с нашей стороны мы предоставляем для ребят возможность именно поступления в по целевого поступления в ведущие вузы страны. Для того, чтобы студентам было проще трудоустроиться, а работодателям найти перспективных молодых сотрудников, в рамках первого карьерного форума состоялись подписания соглашения о сотрудничестве между главой городского округа Люберцы и руководителями вузов. Площадка, которая собрала огромное количество наших потенциальных профессиональных специалистов в будущем, конечно же, тех, которые выберут свою профессию. Но, ребята, будьте смелыми, дерзайте, учитесь, набирайтесь опыта и, конечно же, применяйте свои знания и на территории нашего городского округа, и на территории соседних городов Московской области, и, конечно же, в Москве. Самое главное, чтобы вы стали хорошими людьми, специалистами с большой буквы. Еще одним знаковым событием стало подписание соглашения о сотрудничестве между Центром занятости населения Московской области и общественной организацией «Российские студенческие отряды». Мы планируем трудоустройство несовершеннолетних на предприятиях Московской области. Ведь сегодня те лица, которые у нас еще не достигли возраста 18 лет, это, в принципе, будущий кадровый резерв любого предприятия. И работа с ними – это работа на стратегию, работа на перспективу, а для молодежи это возможность попробовать свои силы. Это молодежная общероссийская общественная организация, которая объединяет в себе почти 300 тысяч молодых ребят по всей стране. В Подмосковье отделение было открыто при поддержке Андрея Юрьевича Воробьева 3 года назад. Активно развивается. 3500 студентов входят в движение. Подобный форум состоялся на территории Московской области в первый, но не в последний раз. Собирать на одной площадке несколько заинтересованных друг в друге сторон будут ежегодно. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.